Мистер Корней, вас совсем не тревожат его слова? Вам нужно качаться, а не медитировать. Минутку. Да вы что? Посмотрите, на что способен ваш противник. А это еще дружественный матч с нашим флотом. А после него он вызвал на бой Бельгию. Кого именно? Всю страну. Он ждал, но она не явилась на бой. Дети, не волнуйтесь, у меня есть план. Он тратит драгоценные силы в спортзале, а я коплю энергию. Это искусство тренировок. Без тренировок пускай монтаж. Позабудь про спорт. Отдых мышцам дай, отрасти живот. На диван приляг, из-за тренинга надень халат. Спи, медитируй, книжки читай, ведь это куда полезней. Забудь навсегда дорогу в спортзал, ты тоже не железный. Дай мне уж пора отдыхать, я больше не стану ритм искать. Даже это с ритма мол, я не нарочно. Еще раз припев. Позабудь про спорт, что-то там про живот. На диван. А моя шея! Как ваш тренер, я не могу выпустить вас на ринг в таком состоянии. Подумаешь, шея хрустнула. Поверьте, это лишь видимая часть айсберга. Образно выражаясь, ваши руки слабее, чем ветки рождественской елки, которую не разбирали до марта. До мая. Не волнуйтесь, дети, Жоу слишком предсказуем. Перед ударом он всегда делает один жест. Какой же? Он сжимает пальцы в кулак и поднимает руку. О, ребята, расслабьтесь. Сознание куда важнее, чем мускулы. Вы просто должны поверить в меня. Справитесь? Ладно. Алло, это менеджер Жуао? Да, мистер Корней хочет отменить бой. Что? Мы сдаемся. Нет, зрителям нужно шоу. Я дам вам 10 тысяч сверху. Что? Нет, мы твердо решили. Простите, варил себе кофе. Ладно, уговорили. Ваш парень ляжет в первом раунде. Выручку пополам. Дело не в деньгах, мы волнуемся за него. Так и быть. 70% вам, 30% мне. 90% доволен, парень? Послушайте, сэр, вам нужно пить меньше кофе. Еще скажи, что кофе вреден. Слушай, Жуао будет драться в полсилы. Вы спасете школу. По рукам! Ну, может быть, хватит уже? Прости, не ожидал, что ты согласишься. Так вот, значит, как. Сэр, мы, поверьте, мы верим в вас. Но вы не можете выиграть. Конечно, могу. Как? Ну как? Как вы победите этого парня? Своим сердцем, вот так. Я все решил. Можете не приходить. Время пришло. Друг, мы верим в тебя. Знаете, мистер Корней, я... Дети, спасибо, что верили в меня, когда я не верил в себя сам. А я не верил в себя, потому что знал, что с самого начала лгал вам. О чем? Я не боец. Я соврал, чтобы поцеловать медсестру. Но вы же получили синяк в клетке. Я получил синяк, когда врезался в клетку с хомячком. А не заметил ее, потому что пытался лизнуть лок. Вы лгали! Ложь — это лишь факты, которых не было. Вы с ума сошли? Бегите отсюда! Нет, я не был рожден бойцом, но я им стал. Благодаря вам. Вы видели дыру в стене? Я справлюсь. Готовы? Дыру проделали заключенные, чтобы сбежать. Бой! Бой!